Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом каким-либо действием. Я лишь даю информацию, не несу ответственности за ваше решение. Ну и как вы поняли, то что у меня все хорошо, все классно, все шикарно. Вообще, очень хорошо начался этот год, 2024. Просто оживают все проекты, растет заработок, куча, очень много проектов можно заработать, как с вложениями, так без вложений. Подписывайся на мой телеграм-канал новостной, чтобы быть в курсе всех новостей. Просто такого, вот сколько проектов за этот месяц, ну, интересных, суперских, классных, такого давно не было. Я считаю, что можно зарабатывать очень большие денежки, при этом вообще ничего не делая. Вот, если вы видите, я уже не один год зарабатываю, и действительно, если бы никто бы не зарабатывал, люди бы просто бы, наверное, бы ушли бы из этой сферы, так говорит не один блогер. То, что вы видите, люди, несколько, очень много людей зарабатывают не один год, значит, они хорошо зарабатывают. Давайте же рассмотрим сейчас проект под названием «Алерта», где тоже можно неплохо заработать. Кому непонятно, есть кнопочка «Перевести на русский», у меня тут на английский стоит по умолчанию, у вас будет на русский. Вот, и если кому-то непонятен, ну, конечно же, я думаю, что тут все интуитивно понятно. Если вы знаете английский, это вообще шикарно. Проблем у вас никаких не будет. Вот, если что-то не так, кому как удобно, есть браузерный перевод. Это зарубежный сайт, зарубежный проект. И денежки я отсюда вывожу очень хорошие. Вот, очень-очень хорошие. Это первый день. Для первого дня я сейчас покажу вам, сколько мне удалось заработать. Покажу вам выплаты. Я считаю, что это очень даже неплохо и очень классно. Так, значит, тарифы у нас есть 5% в сутки на сколько тут у нас дней. Сколько тут у нас дней, я уже, так, на 30, все на 30 дней, то есть на месяц, вот. Тут у нас 150% чистой прибыли, тут у нас получается, смотрите, 6% от 2500 долларов, ну и 1 доллар тоже нужно учитывать, так как депозит просто засчитается на 5-дневный тариф. Вот, ну я вам все примерно покажу, как сделать депозит и так далее. Так, сайт я переводить не буду, мне все, в принципе, понятненько. Все классно. А мы сейчас зайдем в личный кабинет. Первым делом нужно установить двухфакторную аутентификацию. Итак, смотрите. Так, подождите. Двухфакторная аутентификация у меня тут уже установлена. Тут все классно. Я не знаю, зачем это сообщение. У меня стоит двухфакторка, поэтому мне не страшны всякие взломы и так далее. Так, и что у нас? У нас на балансе 42 доллара, 47 долларов я вывел, то есть я уже почти окупился. До вечера я уже выйду в плюс, благодаря, конечно же, партнерской программе, которая тут очень-очень даже шикарная. Вот, я еще даже особо не распространял нигде этот проект, только выложил пост, но уже заработал 100 долларов почти. Это, конечно, очень классно. И сейчас мы будем проверять проект на платежеспособность. Так, на ePayCore у меня тут везде все 0, тут у меня ничего нет, у меня 42 доллара есть на USDT-шке TRC20. Вот, это реферальные пришли, сейчас у меня на балансе 7 долларов, и будем сейчас выводить 42 доллара. Так, нас просит код двухфакторной аутентификации, мы его сейчас введем, заходим в приложение «Аутентификатор». Так, успею, не успею. Так, сейчас. Так, 0.27.255. Нажимаю кнопочку Confirm. Все. Так, мы подтвердили. Денежка нам пришла. Все. Ну, пару секунд нужно подождать саму транзакцию. Вот написан батч. Так, все. Денежек больше нет для вывода, но я надеюсь, что они будут, они появятся. Так, мы нажимаем тут, смотрите, Start Earning. И тут вот видите, у нас вот сервера есть. Так, перекинула нас на главную. Вот мы нажимаем, допустим, сюда вот аренда серверов, вот кнопочка. Вот, и тут у нас, смотрите, вот так можно, допустим, нажать. Вот, видите? Amount пишем, депозит from ePayCore, можем тут биткоин, BEP20, то есть, ну, ePayCore самая такая удобная платежная система фиат для небольших сумм. Конечно же, для больших сумм крипта,
И тут вот наши сервера. Вот у меня сервер получается на $100. Вот у меня уже на баланс вот начислилось. И вот вывел я уже $100. То есть, ну, до вечера у меня будет хороший, огромный плюс. Благодаря партнерской программе я уже ничем не рискую. Вот, кстати, денежка мне засчиталась. Вот, $41, смотрите, мне пришло. Вот, вообще все классно, все шикарно, с небольшой комиссией. $41, ну, это просто вот шикарно, я считаю, вообще ничего не делая. Просто вот так вот $100. То есть сутки еще даже не прошли, заработать $100. Друзья, по $100 каждый день зарабатывать, это очень классно. Тем более это у меня не один проект, если таких несколько будет проектов в день по 300, по $500 налегке. Да вообще шикарно просто. Просто можно, не знаю, нигде не работать, вот, ходить отдыхать, ходить путешествовать где-то за эти деньги, там, покупать себе, одеваться как хотеть. То есть делать вообще все, что угодно можно. Вот, захотел там, я по ресторанам не люблю ходить, но есть люди там, любят. Я больше такое люблю, всякие там экстрим. Захотел куда-то, сходил там, не знаю, кто что любит. То есть, ну, денежки, согласитесь, неплохие, ладно, не буду уже рассказывать вам. Вот, просто можете изучить этот проект, вот, это не призыв к действию, как я говорю, риски всегда есть, но я ничем не рискую. Я за день вышел без убыток, то есть у меня за день чисто вот БУ. Закинул соточку, $100 закинул, вот, до вечера, думаю, баксов 200-300 уже выведу. Эта тема людям очень хорошо зашла, люди просто сюда летят просто вот как сумасшедшие, прям какое-то есть выражение, вот, знаете, как есть такое, прям как мухи слетелись, вот так само эту алерту, что-то так люди полюбили, сюда прям как сумасшедшие залетают такими депозитами. У меня уже там вторая линия скоро пойдет, третья. Такой был интересный зарубежный проект, сколько он будет работать, никто не знает, риски всегда есть, мы надеемся, что мы тут заработаем, а вам больших заработков, ну и до